В 2023-м, как и в прошлые годы, бюджет остался социально ориентированным. Все обязательства перед жителями были выполнены в полной мере. Так, большую часть денежных средств, а именно более 60% бюджета, направили на развитие сфер здравоохранения, образования, культуры и спорта. В этом году уделили особое внимание строительству и реконструкции социальных объектов, поликлиник и больниц, детских садов и школ, а также жилищно-коммунальному хозяйству, дорожной деятельности и благоустройству городского округа. Экономика растет, бюджет увеличивается. Соответственно, это большая работа города, команды города, куда входят в первую очередь и наши химчане, наши жители, предпринимательское сообщество. Как мы и до этого говорили, когда принимали этот бюджет, что бюджет у нас социально направленный. Публичные слушания годового отчета об исполнении бюджета – традиционный формат заседания в городском округе Химки. На встрече представители администрации, депутаты, руководители территориальных управлений, предприниматели. В конце декабря все обязательства были полностью профинансированы. Наш отчет направили в нашу контрольную счетную палату. Замечаний у нас не установлено. На заседании рассмотрели итоги социально-экономического развития городского округа Химки, а также обсудили планы до 2026 года. Участники встречи задали свои вопросы, которые не остались без внимания. Анастасия Кравцовская, новости Химки ТВ.